С вами компания Литромотор. Такой, это помощь в выборе, потому что люди смотрят там Алка 5010 SPS и Алка 5010 SPP. Почему одна в два раза дороже другой? Чем они отличаются? Поэтому такое легенькое видео, чтобы наглядно заснять. Значит, это все газонокосилки премиум класса. Шириной кошения 51 сантиметр. Значит, важное, что вот комфорт Алка 5110 SPB. Значит, комплектуется B двигателем Brickman Stratton, американский двигатель. Значит, проектируется в Германии, made in Austria. То есть специально позиционируется как полностью сделанное на австрийском заводе. Посмотрите, допустим, чтобы вы понимали, вот передняя ручка для переноса на австрийской машине и на машине, которая произведена в Китае. Как выполнена дека на китайской машине, как покраска в Австрии. Посмотрите на травосборник. Здесь просто тряпочка, а здесь мы имеем такая, как на настоящей машине. Появился такая вот, ну, пластиковый, блестящий. Колеса, как выполнено, видно. Как выполнена вот ручка регулировки высоты кошения. То есть, по факту, близкие технические характеристики двух моделей. Только одна сделана в Китае, а одна сделана в Австрии. Один и тот же бренд, Алка. Ну и понятно теперь, сразу вы понимаете, за что вы переплачиваете. Ну и понятно, сам движочек, как выполнен Брикс и как выполнен двигатель под торговой маркой Алка. В общем, двигатели две, машинки две технически одинаковые. При выборе одна буквочка SB. А так вы уже, посмотрев этот небольшой обзор, будете понимать, почему одна чуть-чуть дороже, ну или не чуть-чуть дороже, чем вторая.